Вообще природа неповторима. И все-таки люди пытаются ее воспроизвести в красках, запечатлеть как-то, сохранить ее образ в себе. Вот тогда они берут в руки краски, холсты, рисуют, пишут музыку. Я предпочитаю работать с деревом. По профессии я электросварщик, работаю на крупнейшей индустриальной стройке «Стан-2000». Нас еще называют высотником. Мы познакомили вас с Вячеславом Кузнецовым, рабочим Череповецкого металлургического завода. Он не новичок на стройке. Работал на монтаже 3-й и 4-й доменных печей электростали плавильного цеха. «Стан-2000» – одна из ударных строек 9-й пятилетки. Он будет выпускать миллионы тонн стали ежегодно. Все интенсивнее становится ритм стройки. Самоотверженно трудятся здесь сотни людей. Они выдвинули напряженный встречный план – сдать сверхмощный прокатный стан досрочно. Свой план наша бригада выполняет на 120-130%. Стройка растет на наших глазах. Моя самая большая мечта – пытаться выразить нашу комсомольско-молодежную стройку в своем творчестве. Что из этого получится, не знаю, но я ищу. Хочется быть художником в жизни, в работе,